Рубль продолжает падать, а для МУП СМП итоги уходящего года вполне позитивные. Значительно пополнился автопарк, причем не абы какими машинами, а самыми технологичными, позволяющими разумно расходовать и топливо, и человеческий ресурс. Вот, например, универсальная дорожная машина. Работать может и зимой, и летом. В зимний период очищает дороги от снега. А в летний используется как самосвал грузоподъемностью до 20 тонн. Вот еще одна обнова МУПа. Новый вакуумный пылесос закуплен. Линейка вакуумных пылесосов улучшается. Очень хорошо сейчас производитель делает бортовые компьютеры, где все показатели они дозируются оператором в зависимости от загрязненности площади. Еще одно новое слово в уборке города – это ГЛОНАСС. Сейчас каждая уборочная машина МУПа оснащена этой системой. Диспетчер может следить за работой и даже управлять ей в режиме реального времени. Посетив предприятие, глава городской администрации остался доволен увиденным. Сегодня мы видим о том, что предприятие работает эффективно, оно имеет хорошую материально-техническую базу. Для муниципалитета это важно, чтобы это предприятие оставалось в муниципальной собственности и обеспечивало город качественной современной уборкой. Потому что мы знаем примеры, когда частные предприятия, пытавшиеся взять на себя функции по уборке города, они приводили все это к тому, что качество резко снижалось. Поэтому идет как раз процесс постепенного наращивания объемов той работы, которую выполняет данное предприятие. За последние годы увеличилась численность сотрудников. Сейчас здесь работают 290 человек. Выросла и средняя заработная плата. Соответственно, и производительность увеличилась. Теперь предприятие осваивает новые для себя функции – уборку тротуаров и даже разметку пешеходных переходов пластиком. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.